Всем привет, дорогие друзья и гости моего YouTube канала. Сегодня у нас 22 января. У нас начался новый каталог Faber League, каталог номер 2. И вы видите сейчас мой личный кабинет. Меня зовут Дарья Винник. Я участник проекта Faber League Online. И сейчас я хочу показать вам свою объемную скидку, то есть выплату от компании, которую я получила за первый каталог Faber League. Итак, открываем отчеты. И открываем сейчас лицевой счет консультанта. Валюта гривна, так как я в Украине нахожусь и работаю. И нажимаем посмотреть. Пролистываем в самый низ и смотрим итоги компании номер 1 2018 года. Личные баллы 54-24 балла. Общие групповые баллы 629 баллов. Я вышла на 9% согласно маркетинг плана компании Faber League. И в валюте гривна я получила 847 гривен 59 копеек. Это за первый каталог. Можете также посмотреть более ранние мои выплаты. Здесь у нас на 12% я получала 1753 гривны. До этого также на 9% 958 гривен. Ну и так далее. Все реально, все возможно. Денежка мне пришла на личный счет, в личный кабинет Faber League. И при оформлении последующих заказов я смогу эти денежки списывать и в итоге за заказ оплачивать всего 35% от общей суммы заказа. С 15% я смогу подписать договор с компанией и уже получать денежки на личную карту, то есть на расчетный счет в банке. Ну а пока на сегодня все. Желаю всем удачи во втором каталоге. Пока-пока.